Итак, сделал такой вот такой ящичек. Сейчас смотрю, немножко расширение поставлю. Вот такой ящик. Герметик нашелся для пластика. Так, здесь где-то 30 глубиною, где-то 20 шириною. Как раз вот туда вот уберу, все на балкон. Торф, корм, вот эту кормежку для червячков. И здесь они уже около месяца у меня. Вот, сейчас мы будем их сюда пересаживать. Давайте, ребята, вперед. Подъем, на зарядку становись. Так. Вот такой торфик тут. Немножко подсыпем чуть-чуть еще. Ох ты. Ящик глубокий получился. Ну, пусть будет такой. Еще один так сделаем. И пересадим их. Все, новый домик. Так. Потом мы вырежем вот такой вот материал у нас. Вот, и постелим его сюда. Ну, в общем-то, вот так. Сейчас вот здесь будут они постоянно жить. И тепло, и хорошо. Большая площадь. Что же сделаем?